Держись, бедненький, я на заводе уже два года по 14 часов в день работаю, и тебя уже очень понимаю. Троллу-ложка пишет. Троллу-ложка, максимум, где ты работаешь, это, блядь, нигде, нахуй. Сидишь, хуйню пишешь в чате. Это, блядь, тот чел, который пишет пасты про беса на члене. Тебе, блядь, ну, ты не имеешь права на эту тему шутить.